Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. Во вторник в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, температура днем 0-2 градуса, ночью 4-6 ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем плюс 2 в темное время суток, 5 градусов ниже 0, северо-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем минус 1, ночью минус 3 градуса, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, в дневное время минус 2 градуса, ночью минус 6. Ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.